Отель Собака Материал Принцесс. Здесь 4 звезды, но представители говорят, что это 3+. Достаточно интересный. Буквально через дорогу пляж пройти 120 метров. В очень интересном дизайнере. Концепция питания здесь фуллборд. Но опять же, недалеко сам поселок, инфраструктура. Можно было съездить куда-то, посмотреть, что-то погулять. Пляж песчаный, вход пологий. Все то же самое, Катарине. Интересный такой отель. Сделан. Ну, маленький такой, приятный. Он все-таки 3+. Это Superior номер. А почему он 3+? Я не понимаю. Ну, так. В чем вообще здесь приколы? Плюсы так раздаются. И звездность. Денег не дал. Вот она, в принципе, вся территория отеля. И прямо пляж. До пляжа рукой подать. В целом, если при хорошей стоимости, отель супер. У меня все сегодня хорошие отели. Это пока первый день просто. 120 метров сегодня. Недалеко, при этом никаких дорог. Все то же самое. Танцует, хочу быстрее. Идите быстрее, танцуйте. Уже номер, большой номер с видом на море. Здесь уже и лежаки для позагорать есть. Пока не видно, но вроде как бы вот. В целом, там еще с той стороны балкон. Вот ванная комната. В принципе, есть и ванна, и душ. Что? Кажется, для тройки это даже чересчур, но я так думаю, что и по стоимости он тоже. Как хорошая четверка. Здесь только ванная. Это обычный стандартный номер, я считаю, достаточно достойный. А размещение, скорее всего, здесь 2 плюс 1, либо трипл, можно будет 2 взрослых и на диване ребенок. И опять же, вид все то же самое. Вот, в принципе, отель внешний.